Доброе утро и здравствуйте. Вот приехал на работу. Работаю я на таком тракторе. Вот такое вот чудо техника. B10, так называемый. От 130-го изменяется немного, чем. Ну, есть изменения, конечно, большие. И облицовка по-разному, и цилиндры стоят не так на броне. У 130-го баки откручиваются, тут броня там. Ну, есть изменения, конечно. Ходовая здесь здорово разная. Вроде. А нет? Что, такая же. Я думал, 6-катковая тут, нет? 5-катковая. Такая техника. Вот такое. Ну, в принципе, ничего, много не отличается от 130-х. Все управление вообще это же самое. Вот так. Ну, немножко, совсем невелико. А так же сцепление, все, тормоз. Это же управление, гидравлика. Все, практически все такое, как на 130-м, 170-м. Коробка, все так же. Ну, как-то мне кажется, он тоже тише идет. Похоже, бортовые еще. И такие. А так? Так все. Сейчас запускаю масло. Посмотрел, вроде масло есть нормально. Управление. Тут декомпрессора нет. Нет. Там какой-то рычаг, он дальше стоит. Там есть вот рычаг, но он сейчас не подключен. Это декомпрессор. А даже пластинка стоит. Также бендикс, муфта. Все, ладно, сейчас, наверное. Сейчас посмотрю еще и заводим. Едем в объект тут. Снегу меньше. Ох-ох-ох. Все, снегу заметено. Зима. Вот решили поработать. Пока время есть свободного. Много. Поработать. Ладно. Бак еще там. Вода замерзла, похоже. Сасу. Пробуем запускать. Как он запустится? Что за лох-то?
подъемы такие у меня тут работы. Конечно, снегу. О-хо-хо. Вот сквозь снегу. Ладно, что, начинаем пробовать нагребать. В этом месте будем сейчас. Это бугра. Надо скрыть, тут все мерзло так. Что-то работал, думаю, что запарил у меня так. Двигатель, что-то пар полетел, поглядел. Масло по трубку от турбины. Масло похерачило. И все, ему мало стало, непонятно откуда бежит-то то, что. Сейчас разбирал ответ пучка, если он тут масло. Я увидал, сразу туда на гору поднялся. Вот. Сколько тут побежало. Ну не, только побежало, похоже, запарило так немного, но все равно набежал уже. Беда. Это такая техника, которую все растрясывают, все текут. Сейчас надо разбираться. Попробовать. Тут царапу подтянуть можно. Царам не потекло. Непонятно. Сейчас подтяну, потом заведу, посмотрю, как. Я трубку снял. Масло там все нажало. Центрифуги. И вот трещинка, похоже, тут. Вот так. А вот так видно, наверное. По спайке треснул. Заказали трубку новую, к вечеру привезут. Ладно, пойдем посмотрим, как все это наработал. Натолкал везде, тает. Ну где вот, на солнце припекает, тает, а так все замерзло. Где снегушку? Пройдемся, посмотрим. Снегу, конечно, здесь много. Такие бровки натолканные. Ну, бывает, снег здорово пригревает. За полдня тут сейчас натолкал. Ну, снегу карьер целый раскопал. Вон, да, на солнце тогда раз подсыхает. Снег лежит, а... А земля сохнет, он сухая даже. Я себе поверху, то и замерзла, то и сохнет, нет, сухая. Ну, значит, быстро тут высохнет. Из трактора смотришь, ой, немного натолкал. А тут иду, нифига себе, какие горы. Такие, такую тамбу делаю, нагребаю. Да, трубка побежала, жалко, а то бы сейчас много работы бы сделал еще. Красотень какая. Я много, со стороны вроде, посмотришь, немного. Сейчас иду, какие кучи снегу, то есть снегу, и снегу там, видите. Горы снегу и земли. Такую тамбу поднял. За полдня. Столько здесь. Вон даже все замерзает. Холодно стало. Такой вот. Красоты. Я мерзну здорово. Что трактор мочит, не сразу сквозь земли тащит. А, телегу. Трактор на земли сразу раз подтаскиваешь. А сколько тут раз тронешь сзади. Снегу натолкано сколько.
Вчера вот толкал, уже все засохло. Сохнет сколько здорово. Солнце, ветер так. Вот. Видно, не видно было. На солнце. Ну это пока время есть. Заготавливаю землю, наталкиваю. Потом, когда все просохнет, все будет видно. Тут тоже тает вода. Красотень. Солнце. На работу тут. Снег этот весь растолкать был. Дойти до земли, добраться. И вот тут такая тамба поднята. Ну, кусок тамбы. Потом, когда здесь все растает, еще здесь, вот, все подравнится, красоту наводится. И идем. Работа еще не почтовый край. Так, поставил новую пробку, поставил. Все, завел. Пойдем, сейчас чистить. Не можно вчера, наверное. Погода испортилась, снег пошел. Не Настя. Он не вон на улице. Ладно, едем, пробуем. Разгребаем что-нибудь. Что делать? Thank you.
улице ветрина, снег идет какой-то. Погода такая пакостная. Тут вот все затоплено. Потом подсохнет, когда будем все тут почищать, все делать. Снег когда растает, все равнять. Вот так вот, вся весна пришла. Уже работа невозможна, как бы все, снег отходит. Земля тоже стала грязь, жиряга за трактором таскается. Ну как бы большую работу, не то что большую, часть работы сделал. Сейчас потом будем, вот сейчас, ну эту штуку выталкивать надо, как бы от пруда-то, ил вот это все убирать надо было. Потому что много его, это дряни. Потому что рыба уже, ну сами, как бы сказать, пруд давно тут был, илу накопилось очень, наверное, полметра илу накопилось. Вот сейчас это и будем убирать, и потом дальше туда будем убирать, еще по пруду. Я тут заготовил, вот, ну карты сделаем еще. Как красиво, чисто, чтобы, а то тут все заросло камышом и этим всяким хлыщем заросло, уже ну, заболотилось, короче, как сказать проще. И вот мы эту работу сейчас будем делать, а то рыба уже, рыбу ловить, она пахнет илом, где-то все вытолкаем в куче, может будет вывозить, может так вот, ну, буртам оставим, просто все равно как большое это, когда она прорастет. Так что ладно, заводим трактор, едем на базу. До следующего раза, как подсохнет, будем дальше работать.